Ситуация на предприятии «Чувашский бройлер» остается напряженной. Напомним, организация находится в стадии наблюдения при банкротстве. Сегодня работники птицефабрики объявили тихую забастовку. Около 5 миллионов рублей – таков долг по зарплате перед работниками чувашского бройлера. Многие из них не получают зарплату с сентября. Тяжелая ситуация на предприятии складывается с 2015 года. За это время руководство сменилось 4-жды. Короткий период они руководили, но за короткий период, по нашему мнению, по мнению нас как собственника, сделали много дел, заключили много договоров, подписали много бумаг, по которым мы полагаем, есть факты преднамеренного банкротства, в связи с чем с которым мы вышли в Следственный комитет с заявлением. По факту проверки было возбуждено дело. Собственник Александр Четверяков, бывший депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия». Ему принадлежит 51% акций предприятия, 49% республики. Именно он назначал директоров чувашского бройлера, которые заключали невыгодные контракты. Помимо уголовных фактов у нас рассматривается гражданский иск, как раз по факту заключения вот этих договоров с Тениторгом. Договора, они убыточные для чувашского бройлера, в результате не заключение необоюдных соглашений в части достижения финансовых показателей убыточные для бройлера, повторяюсь, поэтому мы в суде взыскиваем 56 миллионов. Ситуация на предприятии находится на контроле органов власти республики. В ближайшее время однозначно будут повторные встречи проведены с работниками предприятия, но встречи ради встречи они нам не нужны. Нам нужны результаты, чтобы люди начали получать зарплату. Мы встречаемся с инвесторами. Здесь немножко напрягает тот момент, что условия сделки стороны Четверякова они постоянно меняются. Наша задача, чтобы новый инвестор выкупил все долги того же Четверякова и акции Чувашской Республики. И в ближайшем будущем наша задача сформировать план производственной деятельности и согласно этого плана пройти некое, скажем так, финансовое оздоровление, и предприятие должно заработать. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика.